Всем привет! Значит, что я в этом ролике хотел рассказать. Чтобы обжечь тонкие провода медные, чтобы изоляция стекла, провода не попортились, значит, у нас вот есть такая конструкция. Это с насосной станции, с насоса бачок, снизу он закручен, и там есть где-то отверстие на 20 или 25 для стекания самой этой изоляцией. Вот, а он забит полностью под завязку, вот сверху видно, дымит. Обкладываем сбоку, значит, мы его дровами, соответственно, и, так сказать, вытапливаем. Посмотрим, что получится в итоге. Ну, а у меня идет процесс обжига изоляции, чтобы не попортить провода, то есть в таком герметичном баке от насосной станции. Вокруг обкладываем дровами, и вниз оно через отверстие стекает где-то 20-25. Кручиваем крышку и смотрим, что у нас получилось. Ага. Так. Сейчас это труха вытрясется, и посмотрим, что у нас тут в итоге. Ну вот, такой процесс. Все обшмалилось, и потихоньку вытаскиваем теперь оттуда. Готово. Все у нас получилось. Вот такая крышка здесь ставится. Здесь отверстие внутри. О. Вот такое. Это уже дошмалилось. Повытаскивал, но не до конца. Смотрите, когда вот дым идет, потом будет огонь идти оттуда сверху. Как огонь погаснет, в принципе, уже как бы выгорел. Ну, где-то уходит в среднем на такую баклажку часа 3,5-4. Я еще вот так делаю. И, короче, шурудю вот такой этой. Там еще немножко осталось у меня, поэтому я закрутил назад и подкинул дальше. Сверху огонь пошел, как там все выгорит. Ну, этот, само внутри горения нет, он сверху идет, а газ выходит. Вот как он хорошо прогорит, значит, можно вытаскивать.